Привет, друзья! Не успел снять начало нашего путешествия. Ну да ладно, мы уже на месте. Это Ессентуки, это парк, в который меня привели. Сказали, пойдем, мы тебе парк покажем. Смотрите, вот такой вот замечательный парк. Люди живые ходят. Прям все прекрасно, все замечательно. Такие возможности дает интернет. Конечно, кто-то спросит, а при чем тут интернет? Ну так я нигде не работаю, кроме как в интернете. Слышу такой сетевой маркетинг, работа в интернете. Вот именно этим я и занимаюсь. А сейчас мы просто посмотрим на красоты данного парка. Что здесь есть? Продолжаем нашу прогулку. Сегодня у нас Пятигорск. На Мушуке мы уже были. Ну, честно. Ну, не знаю. Не восхитило ни хрена. Высоко, красиво. Ветер дует. Сейчас идем на провал. Что такое провал? Это вот, если помните, в 12 стульях Остап Бендер. Там билеты продавал на этот провал, на вход, на восстановление. Ну, а пока идем, покажу местные красоты. Приветствую всех. Пришли до провала. Куда шли? Единственное, что нас испортило, ну, дождик небольшой идет. А до машины еще 2,5 километра идти. Вот такая вот фигня. Погодка была нормальная, прям идеальная. Сейчас вот такая вот. Сейчас я. А что же она будет? Вот такой он вот провал, куда все идут. Народу у нас здесь достаточно много. Все наблюдают. Пахнет тухлыми яйцами. Не знаю, кто-то говорит сероводород. То пахнет тухлыми яйцами. Вот кто-то говорит, что вот этой иконки раньше не было и решетки не было. Ну, все возможно. Ну а это тот самый грот, переход, по которому люди сюда подходят
к озеру Провал. Сейчас покажу того человека, который билеты сюда продает. Сейчас мы только выйдем отсюда, и я вам покажу этого человека. Возможно, многие его узнали или знают. А кто не знает, ну, ребят, изучайте историю. Так, чуть-чуть вот так вот мы сделаем. Музычка здесь играет. На улице дождик пошел. Люди спрятались от дождя. Ну вот, давайте смотрим. С тех времен вот здесь вот бендеры поставили у нас Остапа Ибрагимовича. Такие вот львы здесь у нас стоят. Что слева, что справа. Ну, в принципе, кто смотрел фильм «12 стульев», они узнают эти места. Снималось это все здесь. Вот такой у нас вид открывается, такая площадь. Снимали фильм совсем чуть-чуть, здесь по-другому было. Сейчас 21 век облагородили. Ну а билеты Остап Ибрагимович как продавал, так и продает. Давайте. Продолжаем наше движение. Погода у нас чуть-чуть подвела, плюс 17 в Пятигорске. Приехали, плюс 25 было. Вот такая вот история. Идет небольшой дождик. Возвращаемся к своей машине. Где-то мы ее там в горах оставили. Но если орлы сейчас не утащат, то дойдем до машины и непосредственно поедем обратно в Ессентуки белошек кормить в парк. Ну и себя покормим заодно. Нашли один классный магазин. Называется Fix Price. Он даже тут есть. И в нем самые-самые лучшие цены во всей России. Не рекламирую, но тем не менее. Вчера заходили в некоторые заведения. Кружечка пива за 250 рублей. Даже в курортной зоне я считаю, что это перебор. Да, покажу чуть-чуть себя. Вот такой он. Я красавчик, небритый. Выезжал из дома, еще был не очень такой обросший, теперь обросший. Ну, вся история у вас пройдет очень быстро, а у меня она будет повторяться еще один день. Завтра будет Кисловодск, или что там еще завтра будет? Железноводск. Ну, я мало представляю, что это такое. Дороги узкие, скорость по городам составляет не более 40 километров. Везде стоят ограничители скорости, знаки стоят. То есть будете передвигаться по Пятигорску 40 км в час. Будете по Ессентукам двигаться 40 км в час. Больше не дадут. Ну, где-то на прямых участках между городами можно и 70 давануть. Ну, обратно же. Это скорость, которая разрешенная. А хотелось бы, конечно, тапку в пол, 250 на все, что способна наша машина. Но нельзя, к сожалению. Поэтому покупайте Росавтопром и гоняйте на Жигулях. Всем привет. Демонтировать ноготь. Ни пилку не взяла, ничего не взяла. Что делать-то? Грызи. Ножик дать. Продолжаем наше путешествие. У нас сегодня Кисловодский парк. Вот так вот хорошо. Спокойно. Птички поют. Розы еще не цветут. Находимся в долине роз, но розы еще не расцвели. Наверное, еще рано. Так прям по-человечески. Сын гуляет, он там, он гуляет.
он ему что-то там понравилось, что-то ему там приглянулось. Палку нашел, сейчас скопает, посадит эту палку и вырастет здесь эта палка в большое дерево. О, ты куда пошел? Не надо по кустам ходить, они мокрые. Выходи. Пойдем, где мама? Пойдем. Пойдем. Нравится тебе? Решились пройти еще немного по этому городу, по Кисловодску. Вот такая вот здесь вот красота, лепота. Наверное, ночью здесь подсветка вон кругом, здесь еще красивее.
Продолжается наша прогулка. Продолжается по Кисловодску. Сейчас сынуля пошел гулять в террариум. Пойдет ежиков смотреть с саламандрами и пауками. Ну, почему бы и нет? Вот такое вот пошел смотреть. Пока мои пошли смотреть змей, крокодилов и всякое, что там в террариумах водится, я решил просто прогуляться. Прогуляться, посмотреть, что здесь есть. А есть здесь вот такой вот памятник. Не знаю кому. Кому он посвящен. Вон парк отдыха. Что тут еще есть? Много чего есть. Много есть чего посмотреть. Нарзанные ванны главные. Ну, не зря приехали. Вчера в Пятигорске, в принципе, были, но там не особо гуляли. Thank you.